Ну или же дэмэдж по героям. Сейчас вообще безумные цифры. Набот, выход! Отлично, отлично! Пытаются Люмьера забрать, а нет детекшена. Есть подхил еще от Гардика. Но Люмьер рефракшн откулдаунился. Трап ставит. Не получится. Забирает Люмьера. Но Гардик попробует разменяться. Хамезиса, возможно, хватит дэмэджа забрать. А здесь уже Эмбер Спирит. Но есть фиссура неплохая. Пытается Серим разбить тамбу. Один в это время... Погибает еще и Гарди. Очень много фистов не хватает, он просто идет. Да. Просто реально. Так он же фистов раза три дал бы, наверное, в этой драке. Абсолютно непонятно замакшенный Флеймгард, который просто. Одно дело было бы понятно. Умрет ли? Tower is under attack. На топе. Типа тир 2 попробует напасть сейчас на темпларку, да? Это, кстати, может быть хороший минус, если получится. Хайк уходит через фиссуру, есть, подцепили все. Люмьера до степа. Не может добежать, смотри, не может просто добежать, и Гатс в результате погибает. Так и здесь и саппортов, скорее всего, похоронят. Возвращается, нет, это курьер просто летит. Ханезис там с двух тычек. Собственно, как и Серим. Два удара. А Тью здесь нашел тоже вкусный таргет. Атрапа там, кстати, есть. Атрапа там, кстати, есть. Они подождут, если на трапу попадется Морфлинг. Да, у него есть сейчас перекачка. Вот, прилетает сюда. И... Хватит урона. Да, шар. Хватит, хватит, хватит. Все равно дэмэджа хватает, жесть. Очень интересно. Прикольный аганим, всего лишь 50 монокост, и каждые 10 секунд ты, по сути, в любой точке карты ну, можешь оказаться. Где у тебя трапа есть, да? Так, вот посмотри, у нее трапы в верхнем лесу, у нее трапы снизу на лесу. Ой, сейчас можно, кстати, хайка здесь быстро забрать и еще тычечку. Отлично. В результате Люмьер делает фраг, возвращается на базу под регенерация и снова же на ультимете прилетит. На центре нападение. Нападение на Эмбер Спирит, а на ремнута вообще не может уйти. Аналог, мало здоровья, еще тычку буквально нужно отгаться. Фисты живет пока что, но гад все-таки делает фраг. Вау, крит сработал. Но дадут ли ему нажать вообще эту алебарду? Просканили. Видит, да, просканили Инчу и скорее всего заберут ее сейчас. Ну, кстати, видит Виталия, Серим на форстапе пробует уйти. Наперед уже идут, есть чины, есть стрела. Наверное, байбека нету, Enchantress не будет. А здесь параллельно хайка мелт, вот тебе и стан смел, да, но вижу нет. Вижу нет, да, был бы вижу. Ой, какой! Ошибка от хайка, но у него байбек, ладно. Нападение в это время на центре, пытаются самого плохого забрать через захотслэп, получается! Без байбека Марс, кстати, выигрывает время себе. No runes, и можно даже попробовать через байбек хайка да что-то сделать. Мини вперед идет, забирает быстро Тио. И Люмьер БКБ пока что не нажимает, но у него Аегис сейчас станет. Нажмет Аегис, ставится тамба. Аналог уходит, наверное, и Люмьер тоже уйдет. БКБ, еще и лотус на него вешает, кстати, неплохо пробивает. Мелт. Ой, мини, больно. Он еще перекачивает. А, я могу здесь. Да, и скорее всего заканчивается БКБ, и он погибает на 100 секунд без байбека. Гардик тоже. Пока еще друг друга не могут найти. Ну, такое небольшое расширение. Одна команда боится, не хочет, так сказать, отдать вторую карту. Хотя нет, бегут в тройку, видят... Ой, мини, видят, если сейчас заберут, он без байбека. Виталий! Ну, так. Ну, а Виталий... Что они делают? Шейкера забрали. Забирали, хорошо, есть копье, но уже БКБшку нажимает мини. Начинает наваливать, пока что по саппортам больно, хайка успевает таймлапс нажать. Мини, кстати, сейчас будет без БКБшки, раскатили его. Но здесь врыв уже от Гатса на Марса, Виталий пытается забрать, есть танк, ну да. Хекс еще прокает, и Гатс уходит все. Не прокает, а кастуется, мини пригласили, нужно его быстро как-то зафокусить. Вот она, алебарда от Церема, но больно, все равно бьет Виталий, копье, нужно продлевать контроль. Ой, тычка с Нулдана станет, это секунда, зарешала. Погибает, но байбек появился неожиданно. Хайка, байбек уже нажимал. Я думал, что Хекс появился у потмы, это темплар этих самых. Ничего не появилось, там просто не хочет 500 голды. Да, но он выстрелил. Тоже правда, да. Да, Люмьер, стрела под него, но стрела в крипа, Люмьер, мало здоровья остается, и Люмьер... Погибает. 100 секунд без него. Рошан. 30 секунд основного таймера. Но, окей, аналог забрал там Ханезис. Это Морфлинг без байбека, смотри. Вампир без маны, без БКБ. Да, но дэмэджа-то у мини все равно много. Аналог осторожно нужно. И погибает Шторм Спирит. Остается. Поэтому Виталий встает, ну так,
фронтлейном встает. Видели вард? Нет. Хотя могли увидеть. Фу, гардик, да, куда? Гардик, нужно срочно поставить там пульсарцером парни, сура. И поднял себя, арену поставили. Отлично, двоих моментально Виталий стирает. Возвращается аналог на арену. Тиксе находится сейчас шторм спилит. И он не выйдет из этого тикса. Гард пишет ГГ, потому что нет абсолютно никаких байбеков. 2-0 Кокори. Не произошло чудо. Но Рунс не смогли перевернуть.